Привет, друзья! С вами снова Дмитрий. Приехал я тут к товарищу на дачу, и у него, у соседа, оказалось вот такое вот интересное решение. То есть это обычная бочка для душа, для летнего. Но, помимо всего прочего, он ее, как видите, обмотал, сделал небольшой каркас и обмотал пленкой. И вот сейчас покажу поближе. А вон, видите, круглая бочка там. Ну и вот, собственно, физика процесса очень простая. Ветром не охлаждается, получается такой своеобразный парник. Там, помимо солнечных лучей ультрафиолетовых, которые нагревают бочку с водой, плюс еще парниковый эффект. И, ну, лучше получается, значительно лучше видно, теплее вода, то есть она не ухолаживается, долго остается теплой, быстрее нагревается. Ну, короче, очень удобно пользоваться летним душем. Можно даже не красить ее в черный цвет, бочку. Вот, и очень здорово, красиво получается. Ну вот, такое вот хитрое решение, которое, надеюсь, поможет многим дачникам, которые пользуются дачными летними душевыми. Вот. А на этом все. Спасибо, что смотрите. Пока-пока.